Они освещают важные события жизни города и края. В День российской печати поздравили работников газет, журналов, телевизионных и радиоредакций. Первым к микрофону подошел глава округа Евгений Корж. Дорогие друзья, поздравляю с Днем российской печати. Хочу сказать вам большое спасибо за огромный вклад в развитие информационной политики Уссурийского городского округа. Журналист – это уникальная профессия. Вы всегда в курсе всех событий, всегда на передовой. У вас нет ни выходных, ни праздников. Даже если вы не на работе, вы постоянно думаете над темами своих будущих статей, сюжетов. Ищите информационный повод и героев для своих репортажей. Журналисты, редакторы, корреспонденты и операторы даже во время награждения помнят о своей работе. Записывают видео, делают фото и заметки в блокнотах. Для многих здесь это уже привычка, ведь за плечами десятки лет работы в СМИ города. Заслуженные грамоты и благодарности получили, например, работники газеты «Коммунар», которая издается уже 92 года. Я думаю, что профессия журналиста самое интересное – это общение с людьми. Общение со своими читателями, выслушать их проблемы и помочь их решить. Наверное, это главная задача нашей газеты. Компания «Телемикс» уже больше 20 лет рассказывает уссурийцам новости с экранов. Наши сотрудники снимают сюжеты с мест происшествий, помогают разобраться в конфликтах между людьми и рассказывают об интересных личностях и ярких событиях в жизни округа. И так каждый день. Наша, конечно, работа отличается от остальных видов деятельности тем, что мы не сидим на месте, мы общаемся постоянно с людьми, мы ищем какие-то информационные поводы, мониторим соцсети, не просто потому, что нам нечем заняться, а для того, чтобы найти какой-то интересный повод для съемки, увидеть какую-то проблему и помочь таким образом своей работой как-то людям. Журналист – это очень интересная профессия, и если у молодежи есть какие-то сомнения, куда им поступать, идите в журналистику, потому что это благодарная профессия и несущая в себе правду. За добросовестный труд и верность профессии корреспондентов, операторов, монтажеров, редакторов и радиожурналистов наградили почетными грамотами и благодарностями администрации и Думы округа, Заксобрания края. Владислав Нам, Роман Адонин, Телемикс.